Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Победа обладателя этого имени – это лишь лучшее доказательство гибкости их ума. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Владельцам этого имени чужда фривольность и легкомысленность. Напротив, они зачастую выглядят излишне сурово и аскетично. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Их поступки и действия отличаются систематичностью, методичностью и тщательностью. Внешний человек показывает практичность как ширмы для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.